Ты абсолютно правильно говоришь, представляешь, солдаты, которые смотрят репортажи наших СМИ, которые месяц транслировали о том, как разбегаются от нашей армии нацисты-наркоманы, а жители встречают цветами нас, солдат. И вот я просто на связи с некоторыми военными нахожусь оттуда, я не могу их называть, естественно, но они мне рассказывают, как встречали их цветами. Когда они кинуты были в колонну на прорыв, и у них было на 3 дня питание, которое быстро закончилось, и они превратились, ну, фактически, в формирование, которое собирает пищу вот, по окрестностям. И как одна украинская бабушка накормила солдат, и 8/200 уехала домой, они рассказали. Это надо понимать, что никто там особо никаких иллюзий и никакого понимания вот этого русского мира не испытывает.